Спасибо, дорогие. Добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Ну, сейчас кто-то будет лучше чувствовать, а кто-то хуже. Гарантия. Я благодарю Бога вообще за прекрасные отношения, за дружбу, за то, что вообще поднимаются новые церкви в духе, в духе свободы, в духе славы, в духе... Вы знаете, мне всегда нравятся люди, которым недостаточно того Бога, которого им передали. Мне нравятся люди, которые, несмотря ни на что, продолжают двигаться вперед. И вы знаете, если говорят... Мне один раз рассказывал один из знакомых, который был раньше мусульманин. И он рассказывал, как тяжело переносят... отвержение. Знаете, когда мусульмане принимают христианство, отвержение. Я послушал его, говорю, слушай, знаешь что? Вы лежите по сравнению с нами. Потому что так как от нас отрекаются, ни от кого не отрекаются. Алло. О, некоторые не понимают, о чем я говорю. Когда ты реально идешь к живому Богу, конец тебе. И мусульмане отдыхают по сравнению с нашими пятидесятниками. Это так, вступительная речь, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Итак, аллилуйя. Я думал, они страдают. Думаю, да-да. Некоторые люди у нас в центре, знаете, там в Сиэтле, в Портленде у нас две церкви. Когда они рассказывают, что им приходится, я уверен, у вас то же самое. Что им приходится пережить, прошедший энкаунтер, через что приходится пройти, пройдя энкаунтер. Я это называю пост-энкаунтер. И если ты выстоял вот то, ты выстоишь все. Сколько я вижу людей, не сдавшихся нигде, и сдавшихся именно в сфере, где их купили родственники, друзья, где они не смогли сделать шаг вперед. И я верю, что Иисус в последнее время поднимет этих учеников, которым Он скажет, идем со мной, и ты, оставив сети, последуешь за Ним, несмотря ни на что. Вы знаете, почему мы сейчас живем во время такого жесткого именно духовного кризиса? Я у Бога спрашивал, почему так тяжело стоять в славе? Потому что Бог говорит, я усугубляю ситуации только по одной единственной причине, чтобы увидеть настоящих чемпионов. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда все легко, все ходят в Боге. Все легко. Церкви запакованы, а ты попробуй, пройди все, схватись зубами не за религию, а за живого Бога. Попробуй стоять в огне каждый день. Попробуй ходить в славе каждый день. И посмотрим, насколько тебя долго хватит. И если тебя хватило долго... Ребят, можно мне воду какую-то? Просто пузырек. То я привык к моему стакану. Что-то нету родного. Итак, сегодняшняя тема называется «Сделка с жизнью». Спасибо. Сделка с жизнью. Вы знаете, в основном я делю людей на две категории. Категории больше, но на две основные. На две основные категории. Те, кто согласились на то, что им жизнь подарила, и на тех, кто не согласился на то, что им жизнь предложила. Вы знаете, в Библии я нахожу именно две категории. И сегодня мы поговорим с вами. Так как конференция у нас называется «Трансформация личности», не «Трансформация стада», замечу. Не «Трансформация толпы личности». Ты личность? Вы знаете, что сейчас настает время личностей, время победителей? Мы раньше все шагали дружно в ряд. Религиозный наш отряд. И попробуй высветись. Вы знаете, недавно побывал на молитве. Нечаянно, просто вот началась молитва. Я уже отвык. Что такое,
Когда человек молится, и он в Бога не имеет в виду, он имеет в виду сейчас прослушивание его молитвы. И я отвык. Я сижу, говорю, Бога, кому это? Он говорит эту молитву. И Дух Святой тихонько говорит, тебе. Он сейчас молится тебе. Я говорю, зачем? Ну, чтобы ты услышал, как велика слава Господня на нем. Нет, ты папе молись, родному, любимому папе. Молись тому, кто пролил за тебя кровь свою. Не надо играть в маски, маскарад, не надо. Ты так молишься, когда никого нет. Нет? Закрой рот. Как ты молишься, когда никого нет? Бог, я идиот! Вот это вляпался! Вот так и молись! Когда тебя слушают. И папа тогда, о, гля, молится, молодец. Эта тема, дорогие, больше относится к тем, кто уже, наверное, остановился или на грани остановки. К тем, кто уже заключили эту сделку с жизнью. Дорогие мои, мое слово к тебе, пока ты живешь и дышишь, ходишь по этой земле, расторгни контракт, сделку с тем, что тебе предложили. Дорогие мои, мы в Библии, мы сейчас пойдем с вами в некоторые моменты. Я удивляюсь, как люди расторгали то, что ярмо, которое на них вешали. Они выходили из всех ситуаций, они говорили, Бог, я хочу чего-то огромного, я хочу чего-то большого. Мы пойдем в историю Анны. Вы все знаете, мы 100 раз уже читали, говорили и проповедовали. Эта женщина не захотела заключить сделку с бесплодием. Это истории, дорогие, это истории из Библии. Но мы с вами живем в то же самое время, где все мы. Знаете, одна огромная эпидемия христианства. Мало кто из нас состоится. Мало кто из нас вообще выйдет в люди. Статистика говорит, что большинство людей уходят без... Просто бесславная жизнь, ничего не достигшая жизнь. У меня ревность берет, как тебе Бог подарил жизнь? И кто-то из этой жизни сделал что-то великое, а ты засунул ее под кровать и прожил там просто в слезах, в депрессии. Просто потому, что ты повелся на какие-то речи, потому что повелся на кого-то. Запомните это навсегда. Ты живешь в том, именно в том, на что ты согласился, и на чем ты остановился? Кто-то понимает меня? Прямо сейчас ты сидишь здесь. Никто не держит тебя. Ты решил сидеть, ты решил идти, ты решил стоять или ты решил бежать. Ровно уровень твой прямо сейчас тот, на котором ты хочешь быть. Это они. Нет, это ты. Когда я хочу чего-то большего, я буду кричать. Не отступлю, пока не благословишь. Не уйду. Я не соглашаюсь с моей судьбой Иакова. Дорогие мои, вся Библия исписана людьми, которые не захотели остаться там, что им предложили. Судьба Иакова – одна из самых уникальных, красочно описанных историй. Человека даже назвали манипулятор, лжец, обманщик. Ему даже дали уже кличку. Ты вот это. И когда он встретился с Богом, он говорит, нет, это мой шанс. Я не хочу быть таким. Дорогие мои, поверьте, я не хочу ездить по ушам. Нам по ушам ездят каждое воскресенье. Где-то там, где-то, знаете, в книжках там все ездят по ушам. Я сегодня хочу говорить в твой дух. Вы знаете, когда мы говорим в дух, дай духу принять решение. Знаете ли вы, что ваш дух прямо сейчас скажет вам, куда вам идти, что вам делать, кого слушать и кому молиться? Ваш дух прямо сейчас скажет вам, вообще, зачем вы на этой земле? Тебе просто нужно согласиться. Но чтобы согласиться зачастую с духом, тебе нужно отречься от всего. От всех. И я нахожу людей, даже в наших церквях, люди, которые потеряли все. Все! И кто-то говорит, я не согласен на это. Значит, ты не согласен на то, что будет следовать за этими людьми. Ученики сказали, Петр сказал Иисусу, Иисус, а что будет нам? Потому что мы оставили все. Мы оставили все. Сделка с жизнью. Как и Павла,
Только твоя физическая смерть может остановить тебя от прогресса. На что ты соглашаешься? Что может успокоить тебя? Вы знаете, один раз, будучи нечаянно сидя в одном месте, я услышал разговор двух бизнесменов. И это были американцы. Но фразу перевести можно просто. Один из них, они заключали какую-то сделку, подробности я не помню. Я помню, что один просто громко и настойчиво сказал: «На меньшее я не согласен». Мы эту фразу с вами слышали везде. Мы с вами, когда продаем машины, даже кто-то из вас продает машины, ты говоришь эту фразу: «На меньшее я не согласен». Дорогие мои, часто мы в жизни устаем, прекращаем бой, соглашаемся на что-то, что имеем. Я хочу задать тебе вопрос. Что ты сейчас имеешь? Ты это добился или ты на это согласился? Послушайте меня очень внимательно. Если будете внимательно слушать, вы потеряете сейчас. Ты этого добился или ты просто на это согласился? Я хочу добиться, я хочу перерисовать формат, который мне предложил этот мир. Со скамьи, учебной скамьи, где я был, мне с самого начала моя классная руководительница еще там, на Украине, в совке бывшем, говорила, что кто я. Моя церковь, в которую я ходил, она уже высказалась насчет меня. Все уже сказали, что я могу и что я не могу. Дорогие мои, не задевает ли вас это? Никто не знает, на что мы с вами способны. Мы сами даже до конца не представляем, на что мы с вами способны. Цель этой конференции просто не всунуть в тебя что-то. Ты имеешь столько, что с тебя прет все. Сдвинуть тебя с этой мертвой точки и просто задай Богу вопрос: а что если я сделаю что-то, что все вокруг не делают? А что если я сделаю этот шаг, который никто не хочет делать? Ты думаешь, чемпионы становятся чемпионами, потому что они с толпой вместе это делают? А правой ножкой, да? Правой, окей, правой. Раз, раз, да? Чемпионы делают что-то, что никто не делает. Я слежу за спортом, я так скажу, не за всем, за некоторыми видами спорта. Я был удивлен. Некоторые, знаете, у нас в христианстве формат победителя вообще нужно перерисовать. Мы не понимаем, что такое победитель. Нам кажется, что победить ни единой царапинки, ни запаха пота, никакой усталости. Его просто вешают медаль и аплодируют. Но, дорогие мои, реальность говорит по-другому. Победитель имеет на один фонарь под глазом меньше, чем проигравший. Кто-то меня вообще понимает, о чем я говорю? Победитель на одну долю секунды. Его нога на финишную черту раньше. А знаете почему? Потому что он тренировался дольше. Он больше заставлял себя, больше бегал. Вот почему я заметил, что в профессиональном спорте никто не прибегает после минуты чемпиона. Все исчитывается не в секундах, в долях секунды. Кто-то понимает меня? Так вот, доля секунды – это то, что отличает победителя от проигравшего. Первое место от второго. И нам иногда кажется, вы знаете, победители, именно чемпионы, делают больше всего ошибок в своей жизни. Почему? Потому что они что-то делают. Потому что они куда-то идут. О, у вас не получилось. Стоп, получится скоро. Вы ошиблись, нет проблем. Переделаем. Почему предыдущее поколение в своем большинстве никуда не движется? Ты скажешь, движется. Нет, не движется. Если бы оно двигалось, оно бы тебя не останавливало. Меня всегда удивляло, почему они хотят, чтобы я делал, как они. А может быть, вы будете делать, как я? Я не понял. По-моему, тот, кто идет дальше, должен тянуть за собой другой. Другими словами, если ты не прогрессируешь вперед, ты деградируешь назад. Вот что получилось с нами. Запиши. Ты деградируешь назад. Поверьте, я ни в коем случае никого не атакую. Бог мой, я атакую дьявола.
Я такой дьявола, которого повязал. И если недоволен дьявол, недоволен тот, который им повязан. Они вместе недовольны. Бесяра меня не любит. Про меня столько боевиков наснимали сейчас. Если кто-то бороздит просторы интернета, Бог мой, я как глянул, думаю, я бы к нему тоже в церковь не пришел. Такая просто чушь вообще. Мы сидим иногда с ребятами, это у нас следующий эпизод. Да. Именно наши. Почему они не хотят идти дальше? Почему мы натыкаемся на людей, которые не хотят делать эту молитву? И сделают все возможное, чтобы ты ее не делал. Знаете почему? Я вычислил. Потому что когда ты сделаешь шаг вперед, они на твоем фоне будут выглядеть плохо. И чтобы не сражаться, лучше все остановить и быть вместе, в мире, в любви. Хорошо. Не потому, что эти люди плохие или не любят Бога, нет. Им просто достаточно того, что они имеют. Их такой Бог вполне устраивает. Бог, который не может головную боль исцелить. Бог, который позволил всему нашему поколению, слушайте, наш центр только и занимается лоботрясами, бандитами, детей, верующих родителей. И я не шучу. Это 95% нашего служения. Это тюремное служение. У меня есть люди, которые работают там. Это люди, которые освобождаются из тюрьмы. Иммиграционная тюрьма. И вся вот эта кухня. Я просто удивился, что это? А написано, по плодам их узнаете их. Я по плодам их узнал их. Если их плоды находятся в большинстве своем в тюрьме или вне Бога, мне доказано, что мы идем куда-то не туда. И не надо злиться на того, кто принес тебе письмо. Потому что это реальность. И если ты хотя бы имеешь чуточку сострадания или чуточку какой-то ревности по Богу, ты скажешь, я тоже не хочу такого христианства, которое не может не то что спасти, себя откачать. Аминей будет мало. Знаю. Известная картина. Мы соглашаемся на нищету, духовную бездейственность. Мы не хотим сражаться за свои семьи, соглашаемся на разруху. Не из-за того, что мы не хотим счастья, а просто потому, что мы устали сражаться, устали видеть бесплодие, устали видеть разруху. Постоянно вкрадывается мысль остановиться и отдаться течению. Вспомните 70 учеников Иисуса. Плохие ребята были? Нет. Изгоняли бесов. Написано, они ходили, они творили чудеса. Они участвовали в чудесах и знамениях Иисуса Христа. Почему они не захотели с ним идти? А потому что, когда Иисус сделал еще один шаг, который был неизвестен, только маленькая часть команды осталась с ним. И когда он им предложил, ребята, а вы не хотите сделать со мной еще один шаг? Вот так и церковь, дорогие, мы всегда с вами в процессе движения. Бог хочет нам открыть вещи, но Он не может многим нам открыть вещи, потому что мы не способны воспринять это. А ты можешь просто довериться Богу? Я просто был удивлен. Мы с вами настолько зашуганное вообще поколение. Ты можешь просто довериться Богу и сказать, Бог, я в твоих руках. И с этого дня все, что руководит полностью моей судьбой, и даже все мои ошибки содействуют к моему благу. Я в твоей семье. Учи меня, веди меня, наставляй меня. Нет, мы должны все проверить. Мы должны все сделать. Мы должны экспертизу сделать. И пока ты заключишь все экспертизы, отпишешь всем письма, и пока ты побываешь на всех братских, где все братья должны решить, от кого это. Твоя жизнь прошла. Кто-то уже стал чемпионом. Кто-то чего-то достиг. А ты очередное пишешь письмо. И тебе отвечают те, которые не имеют ни малейшего понятия то, о чем говорят. Что самое шокирующее. Как тебя может учить человек,
который ничего не достиг. Вот что меня шокирует. Мы позволили с вами... Скажи мне, когда ты идешь в школу механика, у нас есть люди, которые пошли в школу механика. Механика учат механики. Церковь. Их не учат мужики, которые говорят, ну давай, посмотрим. Докторов учат доктора. Практикующие доктора. Они учат, это школа, это экзамены. Так вот, они говорят, ты не туда идешь. Так покажите, куда. Алло. Если ты практикующий доктор, а у меня глюк, покажи мне, куда мне идти. Некоторые, да, наверное, вот брат же прав. С какого перепугу он прав? Ты что, его видел практикующим доктором? Бесов нет. Верующих. Да у нас только верующих и есть. Через энкаунтер прошли тысячи. Почти все верующие. И почти все имеют червячков. Духовных. Так вот, я этот вызов бросал всем. Нет, Бога не может быть. Я говорю, я тебе бросаю вызов. Я это делал по радио. Все вот эти, которые там квакают, мякают, там так-так-так-так-так, кудахчут. Я говорю, я вам бросаю вызов. Вы знаете, вот мужской энкаунтер будет, например, или женский, так? Я бросаю вам вызов. Те, которые говорят, это не от Бога. Первая кувыркнувшая сестра с вашей церкви. И я даю этого демонюху в ваши руки. И я просто сяду как студент и понаблюдаю, как это делают профессионалы. Алло. А если ты ничего не знаешь, закрой рот. Так вот, я продолжаю бросать вызов. Почти за 6 лет никто его не принял. Сто процентов. Боятся быть опозоренными. Только я предупреждаю. Если в твоей жизни есть хоть какая-то есть нечистота, бес нам всем об этом расскажет. Я говорю, и это уже было. И я свою команду предупреждаю. Даже не вздумайте, если у вас жизнь нечистая или где-то не поправлена. Но мы же не о демонологии сегодня говорим, да? Все так настроились, а, да. Так, фрагмент. Немного ли ты на себя берешь? Стоп. Покажите мне хоть кого-то, кто что-то на себя берет. У кого мне можно поучиться? Покажите мне человека, практикующего, ходящего в славе, видящего каждый день чудеса. Я хочу таких учителей. Я хочу таких людей. Дайте мне эти книги. Я хочу их читать. Но нет. Сам не гам и другому не дам. Иисус четко сказал, сами не входите. Этот дух тот же самый прямо сейчас на этой земле. И хотящих войти не пускаете. Кстати, все, кто здесь, тем, кому запретили, добро пожаловать. Те, кто обычно запрещают, это реклама. Amen, да, мы вас всех приветствуем. Вас скоро отлучат. Это страшно. Нет, это хорошо. Тебя освободят. Тебя освободят. Дыши ровно. Все. Да, меня 3 раза освободили. Я полностью свободный. Помазание не уменьшилось, только увеличилось. Слава Божья, 1000 исцелений, массы освобождений. Глобальное движение Духа Святого, куда мы ни приезжаем с командой, Бог просто чудеса на чудесах творит. Дорогие мои, почему? Потому что Богу нужен ты, хотя бы кто-то. Кто ты? Так вот я тебе и говорю, никто. Просто тот, кто захотел просто сказать, а что если я просто возьму этот микрофон и выскажусь? Вы видели мужиков, которым все надоедало? Их все доставало. И он брал микрофон и высказывался, и все всем рассказал. Ты, тварь, 20 баксов мне 3 года несешь. Ты, и ты смотришь, как мужик всем высказал. Я тоже всем высказался. Я тоже хочу живого Бога. Я тоже хочу движения. Я не понимаю. Не называйте больницу, которая не лечит, не называйте ее больницей. Я ее могу назвать, морг, вот.
Кстати, почему-то в больницу больных не принимают. Сначала говорят, выздороветь, тварь, потом приходи. Уникально. Уникально. В больницы наши, религиозные, христианские, больных не берут. Ты пойди туда, заявись и скажи, что у меня блуд, у меня там, знаете, проблема там с наркотой. Не вздумай с ним поприветствоваться. Да. Обычная песня. Знаете как? Хочется, чтобы все это стадное рухнуло. Ведь они внутри. Слушайте, что самое уникальное. Они тихонечко сидят, но все проповеди знают наизусть. Все знают! Так может быть, ты просто сделаешь шаг вперед и скажешь, да пошло оно все! Я буду двигаться вот туда, я буду двигаться к моему Богу, несмотря ни на что. Ну и что, что больше никто не будет со мной двигаться? Я хочу живого Бога. О, поверьте, вы думаете, я не платил цену. О, мне пришлось заплатить мою цену. О, мне пришлось даже семью свою потерять. Мне пришлось, родственники, естественно, они... Я даже сомневаюсь, что когда-то что-то может быть восстановлено. Только из-за того, что... Чтобы тебя принять, ты должен что-то сделать. А можно меня принять таким, как я есть? Вот так мне нравится двигаться, вот так мне нравится. Я так говорю, если вы можете мне показать что-то лучшее, пожалуйста, покажите. Покажите мне что-то лучшее, пожалуйста, не говорите мне «не делай». Покажите мне лучшее. Покажите мне, чтобы не делать, дайте мне что-то другое делать. Нет, по рукам, не делай ничего. Так лучше будет, сохраннее. Вы знаете... Некоторые думают, что если смириться с тем, что жизнь предлагает тебе, и ты согласишься на это, то попустит. Сразу скажу, да, тебя попустит. Но я хочу задать тебе вопрос. Будешь ли ты счастлив внутри себя? Будешь ли ты счастлив? Некоторые люди говорят, у тебя же такие атаки, столько ненависти. Люди буквально там мне присылают даже... Я даже не хочу говорить о письмах, которые мне иногда приходят. А я скажу, знаете что? Я счастливый человек, потому что я вижу измененные судьбы каждый раз, куда бы я ни приехал. Измененные судьбы, измененные жизни. Это от дьявола. Нет, это не от дьявола. Дьявол ничего не менял, он только похабил. Дьявол никого не исцеляет, не изменяет, он ничего не делает. Послушайте, и эти кассеты будут досконально изучены ими. Поверьте, знаю. Каждое слово будет сверено с Библией, которая неправильно переведена даже. Перевод сильнодальный. Вы же знаете такое, да? Кстати, когда я начал изучать, перевод сильнодальный перевод по неточности находится на 20-м месте. По неточности перевода. У меня сейчас на столе лежит минимум 3 разных перевода Библии. Я иногда даже удивляюсь, насколько не сходится то, что то, чему нас учили, и то, на чем доктрины выстроены. Это вообще это даже не то. Женщина да молчит. В оригинале написано, да не говорит громко. Да не перебивает служение. Пу ты! А тут все, доктрина забили, заткнули, завязали и вымы. А там просто говорит, женщина да не срывает служение. Если хочешь что-то спросить, дома спроси. Перестань там шептаться на служении. Вот что он имел в виду. Ладно, я не хочу вдаваться, потому что я всю Библию перечитал честно. Я думаю, ничего себе. Ладно. Вы знаете, мне нравится Есфирь. Есфирь, царица. Можете себе представить, кому-то жизнь бросает плохое. Так? И тебе нужно сделать шаг вперед, чтобы измениться, сделать что-то другое. Гедеону жизнь бросила конкретную поганку. Эймен? Ну представьте, тебя приходят и обжирают каждый год. Каждый род грабят, потом говорят, рот закрой. Опять пришли, ограбили, ты все высаживаешь, все, и приходит, как там нищитого. И приходится брать этот вызов. Приходится не смиряться со своим положением. Приходится делать то, что Бог сказал делать. И идти, и побеждать. Есфирь? Нет. Ей жизнь дала лучшее из лучших. Кто понимает, о чем я говорю? Царица! Чего тебе еще надо?
Все, там такой отбор был. Вообще, закрой рот и сиди там вот то, с пушистым зайчиком там себе наслаждайся. И там, когда позовут, там, это ваше дело. Что тебе надо? Нет, чтобы перерисовать, ей нужно наоборот было выйти из комфорта и поставить свою жизнь под смерть. Нет, мы думаем, что, чтобы что-то сделать великое, это будет так, под шумок, так хопа, и ты что-то сделал, высунулся, и тебе медаль повесили, и ты, о, нет. Чемпионы личности выходили один на один со своей судьбой. Всегда, везде, постоянно. Это он и его судьба, которая бросила ему вызов. Вот стоит Голиаф, вот стоит Давид. Что мы будем делать? Мы будем разбираться сейчас. Дорогие, я тебе задаю вопрос. Что жизнь сейчас бросила тебе? А бросила она тебе точно что-то. И мне, и тебе, и всем нам, и всем, кто будет смотреть и слушать это. Послушайте, что жизнь бросила тебе? Мне жизнь бросила конкретную поганку. 8 классов по блату. Считать умею только деньги. Вы заметили, слышите, вы заметили, как математика страдает? Как только считать бабло, все отличники. Потому что есть стимул. Аллилуйя. Умножать умеем. Делить как-то по проблема. А вот умножать. Вообще даже ни одну никогда ошибку не сделал. Сколько? Есть верь. Женщина, которая просто не согласилась. Она сидит и ей говорят: слушай, ты для этого рождена была. Ей нужно было сломить все. И она говорит: я не могу входить, это смерть. Если он не простой, то есть вход в здание — это смерть гарантированно. Чтобы лишить ее, ну, чтобы не предать смерти, он должен был просто простить скипетр, и она должна прикоснуться к концу скипетра. В этом случае эти стражи отступали и не прикасались к ней. Другими словами, закон был издан. Вход без приглашения — смерть. Вот там жена да молчит. Что-то там он там где-то, знаете, там в носу заковырялся. Хоп, жену убили. Так, мужики. Представляешь, она зашла, а он там где-то. Да вы что? Ну... Дайте хоть скипетр протянуть. Вот то суровые моменты были в жизни. Анна. Бог мой. Руфь. Я читаю про Руфь, я думаю, что ей жизнь нарисовала? Это кошмар, дорогие, кошмар. Руфь, помер тесть, теща уходит, мужья оба, у нее умерла, у ее умерли мужья. Что ей жизнь кинула? Смерть и разруху. Она согласилась? Нет. Другая согласилась? Да. Она сказала: никогда не уйду, я решила. Она была из того народа, который Бог сказал предать смерти, почитайте Библию. Она была из народа, который должен был предан быть смерти. Говорит: я с тобой иду, где ты будешь похоронен, там и я буду. Другими словами, она обрекла себя на полную неизвестность. Она сделала шаг вообще. Она что, думала, что она с Воозом там будет что-то делать? Нет. Она ничего даже не знала до того момента, когда вообще начали вещи, события происходить. Она решила перерисовать свою историю. Она решила сказать: а это не я. У каждого из вас есть этот шанс выйти на поле и из Давида превратиться в победителя и в процессе в царя. Из Есфири, которая потеряла, извиняюсь, из Руфи, которая потеряла все. У тебя есть момент превратиться, даже из ее чрева вышли люди, которые были в родословной Иисуса Христа. Что это? Это люди, которые не согласились сделать сделку с жизнью. И мы с вами все поголовно повязаны. Мы рождены в рабской структуре. Нам даже выбора не дают. Вы слышите меня? Относится к тем, кто рожден, как и я, в какой-то деноминации. Нам выбора нет. На тебе клеймо с самого рождения. Ты кто? Я когда приезжаю на конференцию, там, знаете, мы приезжаем, там масса людей, там тысячи людей. И я даже могу определить секции, о каких людей сидит. Я даже увидел этот уродливый религиозный дух, он нам даже лица одинаковые дал.
Мы все уроды. Алло. Если Бог тебя не освободит, ты выльешь. И когда, слушай, недавно просто попалась кассета. Мне просто принесли, сказали, послушай этого проповедника. И там просто камера нечаянно по залу прошлась. Я так гнал, ну, мне говорят, не слушайте Жаповалова, он всех зомбирует. Я говорю, я зомбирую? Я говорю, вы можно так? Смотрите, я зомбирую. Да у меня полная свобода. Не хочешь, вышвырни мои диски, не слушай меня никогда. Расслабься. Тебя вообще никто не заставляет там качать на сайте сети. Вообще, расслабься. Ну, сидишь же, да? Да, не надо заходить. Чем больше я говорю, не надо заходить, он заходит. О чем я говорил? Напомни. О, камера пошла по залу, и мне один там говорит, зомбируйте, зомбируйте, зомбируйте все. Я говорю, стоп, я зомбиру, вы зомбируете. Как можно сидеть 2-3 часа, всю жизнь свою, каждое воскресенье, ничего не получать и продолжать приходить? Скажите мне, какого рода это зомбирование? Я уже знаю, кто будет за кем. Я уже знаю, какой брат плачет, какой хнычет, какую историю рассказывает. Я все знаю! И все равно иду. Почему иду? Все потому же. А что скажут люди? А? И мы друг друга держим. Он сидит, жаждет свободы. И смотрит на тебя, что ты скажешь. И ты закрыл рот, и тоже хочешь свободы. И смотришь на него, что он скажет. Вот это кидалово. И мы все хотим свободы. Церковь, очнитесь. Мы все, даже самый зазомбированный, он сидит и тихонечко говорит, а я тоже вот того хочу. Может, не такого радикального. Ну что вот такого хорошего? Я его не могу слушать. У него такая речь. Какой Бог дал, такую использую. Другой нет. Такую на улице раздавали. Дали лучше, ну, было бы лучше. В подъезде такую давали в мое время. Первая книга царств, первая глава с первого стиха. Давайте прочитаем это прекрасное место из Библии. Просто мне нравится это. Первое царство, первая глава с первого стиха. Был один человек из Рамафам-Цефима. Ну зачем так называть эти места? С горы Ефремовой. Все. Имя ему Илкана. Сын Иерахима, сын Илия, сын Тоху, сын Цуфа. Зачем это мне надо? Ефрафянин. Спасибо. Закончили. У него было две жены. Классно. Стоп, стоп, стоп. Что-то уже не лается. Некоторые говорят, а я тоже хочу. Я говорю, ты с одной справиться не можешь. Тебе две? Ладно. Была бы одна, проблем бы меньше было. Ладно. Я имею в виду у него. Две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там был Илий и два сына, Офни и Финиес, священники Господа. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Там, похоже, было много детей. Если сыновьям и дочерям, то есть в множественном количестве, там было серьезное количество детей. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Знаете, почему иногда нам нужны эти, которые нас достают? Они тебя будут кусать и кусать до тех пор, пока ты просто сорвешься и скажешь «все!» Ни ты мне не можешь дать ответ, ни ты. Я пошла к Богу. Я пошел туда, где... И она сидит у алтаря. И священник, который должен знать все, даже не распознал настоящую молитву. Говорит, что ты напилась? Говорит, я не напилась. Говорит, я скорблю, мне плохо. Я хочу что-то.
Дорогие, вся маленькая мысль этой темы в том, согласился ли ты на ту жизнь, которую тебе подсунули. Вы знаете, что я думал, Господь, значит, вот так родился, значит, так и есть. Он говорит, нет, сынок, пойми, каждый из вас способен, как слово говорит, перерисовать всю свою жизнь. Дай Богу, Он дизайнер, Он имеет для тебя что-то великое. Да, все, что я проходил, теперь оно сопутствует моему движению, но ни в коем случае я не останусь там в бесплодии. Ни в коем случае я не позволю этим амаликитянам продолжать ходить и пожирать мой урожай, мою жизнь, мои плоды. И мы позволили, мы разрешили. Вокруг нас все грабят, уничтожают. Сколько я видел людей, прошедшие энкаунтер, встретившиеся с Богом, и не выдержавшие давление. У вас, наверное, то же самое. И возвращаемся назад. Назад в рабство. Почему? Все потому же. А что скажут люди? А ты когда-нибудь вообще задумался над тем, что скажет Иисус Христос? Ведь все нутро твое говорит, ты не там. Плоть говорит, заткнись и спи. Ну, это то, что в основном мы там делаем. Высыпаемся хорошо. Ну, это правда. Я ходил сколько лет. Все помню, как в тумане. Как сквозь тусклое стекло. Ладно. Вы знаете, я устал видеть погибающее поколение. Кто-то говорит радикально, кто-то говорит слишком странно, кто-то говорит, он орет много. Кто-то говорит что угодно, дорогие мои. Орешь ты, сидишь, шепчешь, согласился ли ты с тем, что вокруг тебя? Ну достигни шепотом тогда то, что тебе не нравится и что ты хочешь достигнуть. Достигни тихо. Благословение тебе. Достигни. Просто скажи, Бог, я не хочу больше так жить. Знаете, в чем наше самое кошмарное положение? У нас у всех дела нормально. Кто-то понимает меня или нет? Весь кошмар находится в том, что у меня все нормально. Нет ничего в моей жизни, как дела, нормально. Что-то есть, нет. Почему? Да потому, что мы не хотим сделать этот шаг. Кто-то говорит, а что скажут люди? А можете себе представить? В Портленде у нас вообще последнее служение вообще настолько смешно было. Я просто говорю, ребята, представьте, говорю, каждого чемпиона, которого я сейчас назову. Давид берет гладкий камень, промазал. Реакция. Илья ржет, ржет с пророка Вала. Знаете, там, ага, хо-хо, хе-хе-хе, режьте, режьте, ваш Бог заснул. В общем, он издевался над ними полдня, так, по-нашему. Просто прикалывался, смеялся, издевался с них. Они резали себя там, он там, орите, орите. И тут подходит... Ничего нет. Сейчас. Дорогие мои, можете себе представить, если бы ничего не было, что бы было, объясните мне. И книга вот та, вот там бы и закончилась. И не сошел огонь! Точка! Едем дальше. Что было дальше? Ну, в подробностях лучше не рассказывать. Дети ночью спать не будут. И съели Илью! Вот что было. Как бы. Моисей. Бегут по пустыне, бегут, подбегают к Красному морю. Все, бежать некуда. Сзади настигает их, знаете, фараон, войско бежит. Все, вот они, мы уже видим. Пыль, пыль от колесницы идет. И он говорит, так, священники, заходите в воду. Бог сказал, сейчас расступится вода. Они заходят, и вода не расступается. И Моисей говорит, ребята, плывем. Не получилось. Ты думаешь... что то, что ты будешь делать, не граничит с сумасшествием, не граничит. Чемпионы именно так и поступают. Они делают что-то, что 2,5 миллиона не будут и боятся делать. Все, кого я беру в Библии. Можете себе представить, Даниил, классный парень, идеальный, мы любим Даниила. Своего сына назвал Даниилом из-за того, что я сильно любил Даниила и люблю Даниила. Ну, наверное, у всех по одному Даниилу есть, да? Если нет, то будет. Можете себе представить? Царь говорит так, всех зарезать!
Ну, вы помните, да, как бы царь уже разозлился. Как бы. Если там царь как бы злился, то это всем капец. То есть всех там, ну все, аминь. И они говорят, стоп. Сейчас я помолюсь. А царь умный. Говорит, я тебе не расскажу сон. Говорит, если твой Бог сильный, вот он тебе расскажет и сон, и истолкование. Опаньки, как ты себя будешь чувствовать для его мести, скажи мне. И на тебе висит вся жизнь этих людей. Вся жизнь, вообще все. Как? А вот так. Можете себе представить, ну, чтобы не быть зарезанным, Даниил придумал какую-то историю. Что было с Данилкой? История бы там тоже закончилась. Аминь. Сидрах, Месах, Авдинаго. Знаете, куда я клоню, да? Наш Бог способен нас спасти. Ну все, мужики. Хоп. И все. И аминь. Ребята, вы там? Нет, они уже с Господом. История заканчивается. Если кто-то из вас думает в своей головушке, что то, что Бог сказал тебе сделать, не будет граничить с опасностью, с риском, ты глубоко ошибаешься и заблуждаешься. То, что Бог скажет тебе сделать, во-первых, обратит на тебя все внимание, потому что ты не можешь говорить с Голиафом, чтобы никто не видел. А можно я Голиафу текст пошлю? Что там написано? Голиаф, я тебя зарублю, тварь. Голиаф такой, стоп, ребята, у меня сервиса нет. Это моя история, как бы, современная. Ну, так бы было. Чего орать через поле? Че, текстануть не можешь? Молодежь понимает. Ты не можешь подпольно спасти нацию. Ты не можешь подпольно победить Голиафа. Ты не можешь подпольно, как Есфирь, спасти свое поколение. Ты не можешь подпольно бросить камень. Смотрим, никого нет. Никого вообще. Летит камень. Ху, упал Голиаф. Что это было, братья? А Давид просто говорит, чтобы не возгордиться. Я так сзади прицелился. Я вам еще раз говорю, дорогие мои, смех смехом, но это истина и правда. Ты не сможешь подпольно убить Голиафа. Ты не сможешь подпольно родить Самуила. А можно, чтобы никто не видел? Ни Финана, ни вот Елкана тоже. Можно я вот так раз и все, и вот дарю. Так у нас христианство так и построено. Господи, а можно, чтобы меня никто не видел? Я просто не хочу возгордиться, чтобы никто на меня внимания не обратил. Не бывает такого. На тебя обратят внимание. На тебя обратят внимание все. И все, кому надо, и все, кому не надо, обратят внимание. Про тебя фильмы тоже снимут. Многосерийные, интересные. Да, сам будешь удивляться. Удивляться будешь, что они совершили. Кстати, классным словом. Я сижу и говорю, точно удивляться будешь, что он совершил. Думаю, ничего себе, нарезать такую нарезочку. Я такой сижу, думаю, слышишь, наверное, сам сатана, наверное, мне завидует, да? Серьезно, там есть такие нарезочки, думаю, сатана позавидует. Столько натворить. Дьявол никого не спасает. Он не меняет жизни. Если мой стиль тебе не вмещается в голову, не слушай меня. Не слушай, не смотри. Не соблазняйся. Вообще мы не понимаем даже термин соблазн. Соблазн – это заставить человека сделать то же. Это значит, соблазнившись, а будет орать, как я. Это значит, я тебя соблазнил. Вы понимаете, да? Соблазнить – это не то, что там… Нет, это раздразить. Это не соблазнить, это раздразнить. Соблазнить – это все начнут кричать, все начнут молиться, все начнут орать о славе Божьей, жаждать движения Духа Святого. Аминь. Еще раз, я еще раз хочу утвердить эту мысль, дорогие мои, я не хочу долго оттягивать время. Я хочу еще раз конкретно утвердить эту мысль. Ты не можешь подпольно стать чемпионом. Ты не можешь подпольно достичь чего-то. Если ты думаешь, что когда-то что-то произойдет, я тебе сейчас гарантирую, ничего не произойдет, пока ты не сделаешь этот шаг, и где все обратят на тебя внимание. Где все. И брат Давида, ты пришел подсмотреть сюда. Папа не пригласил его на... Там, знаете, там...
этот, Саул говорит, да ты вообще ничего не можешь, глянь на себя, ты маленький, молоденький, там, он воин от юности. И последняя инстанция, сам Голиаф с тебя посмеется. Текст тебе пошлет, скажет, слушай, спрячься, а. Тут мужики посерьезнее есть. Все с тебя смеются, начиная от папы, заканчивая Голиафом. И тебе нужно через все эти инстанции пройти. Да, последний, хорошо. Теперь брат смеется с меня. На войну даже не взяли. Что он принес? Ну, пиццу принес. Заказали пиццу, вот он принес. Естественно, Саул посмеялся. Что за это? Ну, естественно, Голиаф говорит, я не понял вообще. Вы что тут, разводите, что ли? Дайте мне мужика. Но он не понял, что как раз это самый серьезный мужик сейчас вышел, который не боится. Вы знаете, почему мы почему-то боимся дать Богу быть Богом? Вы заметили? Мы боимся сказать, а сейчас мы будем молиться, и не я, Дух Святой будет делать дела. А сейчас я буду проповедовать, просто проповедовать, и Дух Святой будет что-то вселять, вселять в твой дух, не в твои мозги. Закончилась работа с мозгами, церковь. В дух твой, в духе твоем должно что-то измениться из духа. Ты дух, душа и тело. Дух, дух, мы в дух говорим вещи. И когда ты выходишь, ты говоришь, я не понял, какая-то энергия в меня вошла. Дух говорит к духу, мы говорим к твоему духу. Твой дух открой, скажи, Бог, я хочу, я принимаю, я буду. Я сделаю этот шаг во имя Иисуса Христа. Я не буду больше бояться, позориться. Я сделаю этот шаг. И вижу поколение совершенно нормальных людей, но ничего в своей жизни не достигших. Согласившихся, сдавшихся, потому что в какой-то сфере тяжело. Не хочется тянуть, не хочется терять репутацию. Некоторые говорят, знаете, сижу один раз, брат говорит, от меня все отказались. Я говорю, хорошо, я человек статистики, считаем всех. Кто? Ну вот, соседка, вот, ага. Мама с папой, да. А вот два друга, три друга. И вот еще, вот моя жена меня не понимает. Ага, шесть, хорошо. Это, ты знаешь, сколько людей? Семь. Пусть там десяточек. От меня все отказались. Переедь. Перепаркуйся. И тебя уже там никто не будет знать. И все тебя будут любить. Алло, от меня все отказались. Я как пересчитал всех, мне смешно стало. И потом я понял, что оказывается, есть намного больше тех, которые тебя примут. И я удивился, что потеряя считанных людей, я приобрел массы, тысячи друзей, которые настоящие от Бога. Настоящую семью, которая хочет что-то для Бога делать. Люди, которые радикальные и реальные для Бога, они говорят, Бог, что бы то ни стало, дорогие, я знаю, что это не завтра совершится, я знаю. Но посев начался. Послушайте внимательно. Вы говорите, у него ничего не получится. Слушайте, мы завтра возноситься не собираемся. Мы собираемся пахать, работать, молиться, поститься, воспитывать наше поколение в огне Святого Духа. Говорить, говорить, говорить и говорить до тех пор, пока придет результат. Я заметил. Люди говорят, тебя атакуют. Меня никто не атакует. Знаете что? Идет война информации. Мы с ребятами, Бог сказал много лет назад, сделать стратегию. Потому что если ты прислушиваешься Святого Духа, Он тебе скажет, что будет самое мощное впереди. Нам Дух Святой сказал 6 лет назад, что одно из самых мощных оружий это будет интернет. Мне Бог сказал, начинай прямо сейчас вкладывать. Мы завкладывались так, что ты нечаянно на нас попадешь. Свидетельств запаковано столько, проповедей столько, сайтов столько. Что это значит? Это значит война информации. Если ты посмотришь, кто производил реформацию? Ленин, что ли, с калашником бегал? Алло. Если ты умный человек, ты поймешь. Революцию сделала искорка. Информация. Война идет информации. Не хотите. Знаете, кто защищается? Тот, кто проигрывает. Я еще раз повторю. Если ты видишь, кого-то говорит, не ходите, не делайте, не идите, это умирающее состояние, потому что победители этого не делают. Они просто идут и захватывают. Дорогие, если ты мудрый человек, ты поймешь сейчас то, что я говорю. Война информации. Сей, сей, сей. Вот почему Иисус сказал, вы сделаете то, чего я не делал. Потому что у нас будут в руках инструменты, которые не были у первой церкви.
И это то, о чем я сейчас говорю. Радио, телевидение, прямые эфиры, интернет и все остальное. Бог сейчас вкладывает в наше молодое поколение такие инструменты. Давайте не дьяволу их отдавать, давайте их используем, церковь. Давайте это все. Если говорят, интернет травит, давайте так сделаем, чтобы наш интернет исцелял, освобождал, восстанавливал, реформировал. О, мы никуда не возносимся. Когда Бог заберет, тогда заберет. Мы не поем эти песни. Мы говорим: Бог, еще задержи нас. Потому что есть кто-то, кому нужно услышать о Боге живом. Есть кто-то, кому реально нужна помощь. Бог, пожалуйста. И я понимаю Павла. Я могу его понять, церковь. Когда он говорит: у меня есть два выбора, помните? Разрешиться, другими словами, уйти к Богу или остаться. И он говорит: и я решаю. Вы можете себе представить, до чего доходился этот человек с Богом? Что он решает идти на небо или не идти, чё? Кто-то из нас вообще подходил даже до этого вопроса. Не то, что решал. Бог ему говорит: так, Паша, как ты сейчас чувствуешь? Нормально, Господь. Ну, ты знаешь, через недельку мы с тобой встретимся. Папа, ну можно еще поиграться чуть-чуть? Можно еще? Знаете, как вот в песочнице заигрался, у меня трое, знаете, я знаю. Пап, можно еще? Можно. Почему? Интересно. Так у тебя же фингал, змея ужалила. У тебя там палки, там горб набили тебе. И он счастливый. Я удивляюсь Павлу, как можно постоянно быть в кораблекрушениях, в побоях, палками, камнями, змеи жалят, гонят, в тюрьмах сидит. И говорит вам: радуйтесь! И еще раз говорю вам: радуйтесь! Мужик, ты че? Ты бы уже песни начал писать серьезно оттуда, с тюрьмы. Зэковские, знаете, такие душевные. Я... Ничего против нее. Классная песня. Неохота подпортить свою репутацию, свое имя. Не хочется терять свое окружение. И в конце жизни потерявших свою мечту и свою судьбу. Я верю, дорогие мои, что наше с вами служение. Мы только начинаем вещать. Знаете, почему мы с вами переживаем больше всего атак? Потому что мы те, которые делаем это первые, ребята. Вот почему сгнаивают. Слушайте сюда. Пройдет 20 лет, а вас будут писать в истории. Потому что мы находимся на переломе событий. Так мы больше не хотим и туда идти не будем. И сейчас мы, каждый из вас, сейчас именно тот момент, где всем нам брошен вызов стать чемпионами. Мы с вами находимся на переломе старого и на неизвестности нового. Что будет дальше? Попроси у Бога, и пусть через тебя, дорогие, вы все здесь чемпионы, вы слышите меня? Вы все здесь, некоторые думают: так кто я, ты даже не представляешь. Через 20 лет ты скажешь: я был на этом служении. На нем было всего лишь 150 человек, но я помню этот исторический момент. Слушайте меня очень внимательно, церковь, мы с вами идем. Самое главное, не остановись. Самое главное, не заглохни. Самое главное, не дай дьяволу остановить тебя. Да, ты нормальный, и у тебя все хорошо, но как раз в этом-то и весь кошмар и ужас. Ты должен жить на рубеже опасности. Потому что, вы знаете, я слышал одну пословицу, американец сказал. Не пословицу, такое вот высказывание. Я никогда не чувствовал себя так сильно живым, как на грани смерти. Каждая твоя клетка начинает оживать. Дорогие, мы даже не представляем с вами, я был шокирован. Вы можете представить, человек, когда в стрессе, я смотрел передачу, может, некоторые здесь ее тоже смотрели, как один мужчина, там целая передача, как мужики поднимали вещи, делали вещи, которые невозможно физически сделать, только по одной причине, потому что именно в тот момент опасности он не думал, что это нельзя сделать. Падает вертолет на его друга, просто реально. Тот выпадает с вертолета, и вертолет на него накатывается. Этот мужик становится, там была такая яма, и ручей тек. И этот вертолет прижал этого мужчину. Я не видел, я даже не мог поверить, что можно поднять вертолет.
Я смотрю своими глазами, и я не верю. Он его подтаскивает, держит одной рукой и вытаскивает своего друга. Я не понял, что я сейчас наблюдаю. И эти нарезки, вот таких случаев нарезали, именно вещи, которые невозможно сделать просто так. Люди, которые перепрыгивали. Люди, у которых срабатывала молниеносная реакция. Дорогие, можете себе представить, на что способен наш дух, когда мы начнем двигаться в Боге? Вы можете себе представить, что вы начнете делать? Давид, дорогие мои, когда приходила стрессовая ситуация, он разрывал львов. Он уничтожал медведей, когда приходили вещи, когда на него сходила сила Бога. Дорогие, вы даже не представляете, для чего Бог родил вас. Мы это, вы знаете, это самое страшное. Помню, производили эксперимент, я просто смотрел. Обыкновенный американский эксперимент. На 10 лет две одинаковые модели машины. Одну заперли в гараж под замок. Никто, она не видела белого света. На другой 10 лет ездили. Угадайте, какая была разрушенная, которая стояла. Ее невозможно было не завести, не починить. Все, что трубки отгнили, посохли, провода потрескались, все потекло, все просто буквально замкнуло в какой-то определенный момент и просто на нет. А эта машина кашляет, но едет. Ты думаешь, ты отсидишься? Ты думаешь, я вот посмотрю, двигайся вперед! Бери на себя ответственность. Скажи, с этого дня, после этой конференции, я беру на себя ответственность. Я возьму эти гладкие камни. Я зайду к этому царю. Я сделаю этот шаг. Я заявлю о том, что эта земля принадлежит Богу. Некоторые люди говорят, дьявол побеждает. Дьявол еще не видел церковь. Дьявол еще не видел церковь. Он еще не понял, когда мы встанем, что это такое. Я просто видел некоторые моменты, как один наводил ужас на толпы. Пришел Моисей. И у Моисея тоже был случай, и у него тоже был момент опозориться церковь. Можете себе представить? Приходит Моисей. Сейчас толпа, миллионы людей, фараон, все. Сейчас покажу. Бросает палку. Не сработало. Представляете реакция всех? Что ты нас сюда собрал? Сейчас, ребят, что-то не получилось. Раз. Ну, извините, слышите, я могу тебе помолиться? Сейчас. Все. Отдыхай. Дорогие мои, у всех у нас есть шанс. Кстати, некоторые говорят, дьявол. Все, что делал тогда Моисей, если бы я сейчас повторил, что бы вы сказали? Представляете, я захожу сюда, говорю, меня прислал Бог сказать вам слово. Смотрите, я засовываю руку за пазуху, вытаскиваю прокаженную руку. Что бы вы мне сказали сейчас? Выйди отсюда, сатана, во имя Иисуса Христа. Я гарантирую. А это Божье чудо. Алло. Можешь представить, я просто беру палку, прикладываю, говорю, ребята, сейчас я вам докажу, что это Бог. Я бросаю, змея поползла. Угадайте, что скажет христианство. Представляете, какой ролик на Ютубе будет классный? Все. Наконец-то. Змеюка. Змей. Это репрезентация сатаны. Не-не-не-не. Просто этот змей съел тех. Вот в чем репрезентация. Проблема не в том, что шаманы могут повторить. Проблема в том, что шаманы потом не могут повторить, что делает дальше Бог. Шаманы и дьявол не могут повторить измененной судьбы и жизни. Дьявол не может исцелять. Как угодно крутите, вертите. Не может. Высасывает, уничтожает, сводит к нулю. У тебя нет битв. Значит, нет побед. Нет проигрышей, значит, нет шрамов. Нет тех, которые тебя страстно любят, а также нет тех, которые тебя страстно ненавидят. У тебя нечем поделиться, значит, у тебя нечему научиться. Да, ты нормальный, и в этом весь кошмар. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Команда, выйдите сюда. Я хочу сейчас молиться. Выйдите сюда, сыграйте последнюю просто мелодию, песню. Не обязательно всю, может быть, группу, я не знаю, или всю, если мы вместимся. Если вместимся, все идите сюда. Чем больше, тем лучше. Дорогие, поверьте, когда я обычно приезжаю, не обязательно на кого-то возлагать руки. Я ничего вам не могу дать того, что не может дать вам Бог. Я ничего не могу маслом в вас втереть.
Я ничего, я доказываю, кто-то говорит там, он творит там, я тебе еще раз говорю, я ничего не могу тебе дать. Просто попроси у Бога. Попроси у Бога, скажи: Иисус, я хочу. Начинайте молиться. Начинайте молиться. Начинайте молиться. Любимый Иисус, я верю, я не просто так попал сюда. При всем нашем графике мы находимся здесь. Я знаю, любимый Дух Святой, здесь есть люди, которые рождены тобой стать чемпионами. Рождены тобой стать чемпионами. Я верю, Иисус, что здесь находятся люди, которые реально устали от бесполезной, сухой жизни. Господь, я прямо сейчас молюсь, Господь, и я говорю в их дух, Отец, они окрепнут, встанут и завоюют эти территории. Дьявол, ты больше не сможешь удерживать церковь. Мы будем говорить до тех пор, пока не поднимется поколение чемпионов. Мы будем! Я пророчествую, утверждаю, говорю, здесь поднимутся чемпионы, здесь поднимутся личности. Аллилуйя! 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 Двигайся, Дух Святой! Подними своих чемпионов! Подними своих чемпионов! Пусть твоя слава течет! Аллилуйя! 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 Начинай с Духа говорить! Я чемпион, я победитель, я выйду, я сделаю. Бог на моей стороне, Бог на моей стороне. Дьявол побежден, дьявол побежден во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Сейчас, сейчас я хочу, не Дух Святой конкретно говорит некоторые вещи сейчас сделать. Выйдите сюда только те. Не вздумайте выходить те, которые не относятся к этому. Те, у кого, которые чувствуют в области грудной клетки огонь. Вы вот здесь чувствуете в груди огонь. Вы реально его чувствуете, как физически. Выйдите сюда. Резко, быстро. Ты не можешь ждать, ждать. Ты не можешь ждать. Ты, выйдите сюда, просто выйдите сюда. Не обязательно мне на вас возлагать руки. Вы чувствуете физический огонь, жар вот здесь у вас. Только эти люди. Мне все равно, если это один, два, там, пять человек. Мне абсолютно все равно. Мы не играем на толпу, никогда не играли. Бог поднимает одного, и этот один просто взрывает все поколение, и все. Бог никогда не двигался цифрами, Он двигался помазанием, Он и двигался избранием. Начинайте просто молиться. Именно те, у которых внутри вы чувствуете огонь, просто начинайте молиться сейчас. На вас просто огонь Бога, на вас огонь Бога. Это призыв Святого Духа. Что происходит в вашей жизни? Реформируется, трансформируется ваше понимание. Ваш дух просто преображается. Это слово, которое Бог дает. Чуть-чуть поближе станьте, потому что я вижу люди исчезнуть. Не стесняйтесь, забудьте. Сейчас вышло время стесняться. Не обращайтесь, вообще забыли за все. Сейчас происходит в духовном мире что-то, что необъяснимо. Просто начинай молиться. Просто Божье призвание на тебе. Божий огонь на тебе. В области грудной клетки ты чувствуешь просто как сгусток огня, сгусток энергии, тепла. Начинай молиться. О, дорогие, если бы знали, когда Бог меня призывал, у меня нутро просто разрывалось. Я не понимал, а Бог просто вкладывал огонь, огонь, огонь. Молитесь Духа.
Молись из духа! Молись из духа! Молись как никогда! Молись как никогда! Молись как никогда! Забудь за всех! Помажь, Господь, помажь, пусть горит огонь! Пусть закладывай детки на вид! Пусть открой над ними небо прямо сейчас! Через них, зажигай этот огонь, зажигай этот огонь, зажигай этот огонь, зажигай этот огонь. Я знаю, Бог, я в духе чувствую, здесь есть люди, которые реально будут влиять на поколение. Здесь есть люди, я не знаю ваших имен, здесь есть люди, которые Бог вложит такие вещи, от которых люди будут шокированы. Духовные, сверхъестественные дары. Дух Святой мне четко говорит одну вещь. Когда Он, Дух Святой, будет говорить вам делать некоторые очень странные вещи, Дух Святой просто мне четко сказал, просто передать вам, не вздумайте ослушаться. Ослушавшись, многие потеряли свое призвание. Когда Бог сказал ходить 7 дней и на 7-й день 7 раз. Ты должен сделать, даже если все на стенах будут смеяться, ты должен это сделать. Потому что Бог сказал, ходи. Победа не приходит силою, крепостью, конями и колесницами. Победа приходит от Духа Бога. А иногда, чтобы пришла победа, тебе просто нужно походить. Бог, я прямо сейчас говорю в их дух. Победа, слава Твоя, пропитай их своей жизнью, Бог. Я за каждого из них молюсь, они не будут теми же самыми. После этой конференции они никогда не будут теми же самыми. Это люди, в которых будет вливаться Твоя сверхъестественная слава. О, Господь, поднимается поколение, которого боится дьявол. О, если бы вы знали, дорогие мои, как дьявол боится этого поколения! Как он боится этого ненормального поколения!
Дух Святой, я знаю, Господь, я понял, почему я здесь. Я только сейчас понял. Именно вот сейчас, для этого вечера, просто один вечер, все. Один вечер. Вот это он, этот вечер. Я понял, Дух Святой, почему я здесь. Есть здесь люди, которым только что была передана реформация. Поверьте, один в поле не воин и никогда не был. Когда Бог реформирует, Он реформирует во всех сферах. О, здесь есть люди, я прямо сейчас вижу. Вы будете видеть видение, входить в выступление. О, я здесь вижу, уже вижу пророков, реальных пророков. Люди, которые будут говорить задолго вперед. О, Господь, я прямо сейчас, я вижу, Господь, спасибо Тебе за честь находиться среди этих людей, спасибо Тебе. Я просто вижу, как на некоторые головы опускается корона, я просто сейчас вижу. Неба, и я видел прямо на некоторые головы, я видел просто столб света, прямо осветил некоторые головы здесь, именно из столба света, прямо как корона съезжала и села на голову этих людей. Здесь несколько человек, которые конкретно коронованы Богом для совершения великих вещей. О, вы запомните этот маленький зал, о, вы запомните этот вечер. Спасибо Тебе, Иисус. О, сейчас в ваш дух что-то вошло. То, что реально больше вы не сможете быть теми же самыми. О, я помню, когда это пришло в мою жизнь. Я не смог замолчать. Я не смог больше молчать. Я имею огромную честь сейчас находиться здесь. Знаете почему? Дорогие, не вы меня благодарите, а я прямо сейчас благодарю Отца.
Потому что то, что я увидел, дорогие, это не для завтра. Бог сейчас помазывает людей, которые будут через несколько лет, через много лет, они будут совершать величайшие вещи. Сейчас это не видно и не слышно. В твою жизнь придет такой поворот, что ты будешь шокирован. И именно причиной поворота будет этот вечер. Сейчас в твой дух. У некоторых людей я прямо вижу поток информации, просто идет загрузка. Бог прямо сейчас загружает твой дух на много лет вперед. Прямо сейчас в твою внутренность опускается информация. Слава Богу. Просто Бог просто заряжает, загружает тебя. Его слава просто втекает в тебя. О, это простое служение. Здесь так приятно, здесь открыто небо. Церковь, цените. О, цените это место, цените эту церковь. Здесь открыто небо, Бог мой. Я не могу сказать этого насчет многих церквей, но насчет этого места я могу сказать. Здесь открыто небо. Я это вижу, я это чувствую. И именно отсюда поднимутся мощные служители. Бог мой, спасибо тебе. О, аллилуйя, аллилуйя. Мне не обязательно на вас возлагать руки или говорить что-то. Дух Святой уже прямо сейчас на вас. Он находится на вас. Аллилуйя. Он хозяин. Дух Святой хозяин. Дух Святой, делай, что ты хочешь. Двигайся, как ты хочешь. И как ты нашел меня 18 лет назад, и я даже не мог, Господь, даже подумать, что будет происходить. Точно сейчас происходят эти вещи. Кто-то даже не представляет, что начнет происходить через несколько лет. Спасибо тебе. Спасибо тебе. О, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. О, некоторые будут ходить в реальной славе, в видимой славе Бога. О, спасибо тебе, Иисус, за этот прекрасный вечер. Спасибо тебе за эту прекрасную семью. Спасибо тебе за прекрасных пасторов, Господь. Эдик, Алекс, Отец, благослови эту церковь. Господь, дай им просто непоколебимый дух. Пусть, Господь, никогда, никогда они не поколеблются. Эдик, Алекс, выйдите сюда просто, ребята. Выйдите, просто встаньте сюда. Церковь, протяните в их сторону руки, дорогие. Просто давайте помолимся за них, вместе с ними. Вместе, просто помолимся. Отец, я благословляю моих братьев, Отец, то, что они делают. Господь, я прошу Тебя, я прямо сейчас буду молиться молитвой, которую мне сказал Дух Святой. Ребята, вокруг вас поднимутся чемпионы, которые превысят даже вас. Мне Дух Святой конкретно говорит вещи. Никогда, чтобы дух зависти не пришел, ребята, потому что именно вы будете отцами чего-то, что будет шокировать вас. Очень многие, Дух Святой мне четко говорит, многие люди сломались, потому что они не смогли отпустить людей и не смогли помазать тех, кто больше. Они задавили своими руками. Дорогие, молитесь за них, чтобы у них было настоящее сердце Отца. Я верю, у них сейчас все самое лучшее, Бог на их стороне. Но я сейчас молюсь о будущем, ребята, потому что скоро будет подниматься что-то, что будет шокировать вас. Я благословляю моих братьев, я благословляю, Отец. Я прошу Тебя, дай им сердце. И даже если кто-то будет двигаться в большей славе, в больших дарах, дай им, Господь, благословлять, благословлять и благословлять. Во имя Иисуса. О, Господь, аллилуйя! Бог, Бог, Бог! Аллилуйя! Укрепи их ноги, укрепи их руки, укрепи их голоса, Бог! Укрепи их дух! Пусть стоят непоколебимо! Непоколебимо! Непоколебимо. О, Господь! 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Воздайте Ему славу, церковь! О, Господь! Достоин! Аллилуйя!
Аллилуйя. Обнимите друг друга, ребята, благословите. Здесь семья Бога, здесь Его слава, здесь открытое небо. Не обращайте внимания ни на что, ни на кого. Сейчас происходят исторические вещи. Я благодарен Богу, что я даже нахожусь на этой прекрасной земле. Аллилуйя. Присядьте, дорогие, присядьте, мы не закончили еще. О, Дух Святой сегодня будет работать. Вы придете домой, Дух Святой будет работать, поверьте. Вы придете домой, на вас эта слава будет еще пропитывать и пропитывать. Аллилуйя.